Праздничные дни. В России уже 10-й раз прошла акция «Георгиевская ленточка». Участники волонтерских организаций выходили на улицы города, чтобы раздать прохожим символы Победы. В этом году акция имела свои особенности. Об этом наш следующий материал. Кировчане сами подходили к волонтерам и брали ленты для себя и своих близких. Главной целью этой акции, по словам организаторов, стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века. Чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Акцию кировчане встретили с энтузиазмом. Замечательно к этому отношусь. Услышала по радио сегодня, и вот прям с работы к вам сюда. Вместе с лентами добровольцы раздавали книгу «Имена героев на карте Кировской области». Книга была издана по инициативе Совета ветеранов при личной поддержке губернатора Никиты Белых. В ней содержится более 100 фамилий кировских фронтовиков, героев Советского Союза, с историями жизни и подвигов этих людей. Именами многих из них сегодня названы улицы, площади и населенные пункты Кировской области. Я горжусь нашими предками, горжусь тем, что могу поучаствовать в этой акции. И желаю, чтобы никогда больше в России наша не участвовала в таких кровопролитных войнах. Анастасия Войнолович, Игорь Охотников, «Вести», Кировская область.